В Карагандинском регионе наградили первостроителей столицы. Благодарственные письма акима области вручили тем, кто внес личный вклад в сегодняшний облик Нур-Султана – инженерам, архитекторам и строителям. Марина Золотарева собирала воспоминания о главной стройке независимого Казахстана. Я строил столицу, с гордостью может сказать каждый, кто сегодня стоит на этой сцене. В зарождение города, который стал главным брендом страны, карагандинцы вложили свои знания и опыт. Они вместе с Елбасы писали историю новой столицы. Мы занимались инженерными изысканиями с самого начала под генеральный план. Дали заключение, значит, что необходимо город Астану защитить от паводковых вод. Вот, и убрать болото на левом берегу. 70-80% вот сейчас, что там построено, мы делали изыскания. И сейчас продолжаем делать это инженерное изыскание. Переносу столицы предшествовала колоссальная работа. Эксперты и аналитики подсчитывали социально-экономические выгоды, изучали климат и окружающую среду, исследовали почву. Соратники первого президента до сих пор помнят слова Елбасы, которые дали старт созданию нового центра. В 1994 году Нурсултан Назарбаев объявил, что будем строить новую столицу. Мало кто верил тогда в эту идею. Время было очень сложное. Однако Елбасы сумел воплотить свою мечту в жизнь. И сегодня это современный и красивый город. Все музыкальные композиции на праздничном концерте были посвящены дню рождения столицы. Марина Золотарева, Асет Асаинов, Хабар 24, Карагандинская область.